Гражданские правозащитники проверяют все – наличие информационных стендов, нормативных документов, телефонов доверия, укомплектованность комнат для приема граждан и даже пандусов. Представители общественной организации также мониторят работу на ЖД-станции, оценивают условия работы сотрудников всех подразделений полиции и, конечно, опрашивают пассажиров, довольны ли они работой правоохранительных органов. По завершению проверок будет подготовлен отчет. Его направят к краевому руководству, а также министру МВД России с целью оперативного устранения выявленных недочетов и поощрения сотрудников. Такую работу главные координаторы по Краснодарскому краю в рамках всероссийской акции «Гражданин и полиция» проводят уже четвертый год. И за это время специалисты отмечают улучшение качества работы всех правоохранительных органов. Везде регламент сейчас соблюдается, население довольны. А что касается транспортной полиции, ну это на уровень выше работа транспортной полиции. И в прошлом году они заняли первое место по России, по обслуживанию и качеству услуг населения. Нареканий нет, все проходит в рабочем режиме, замечаний нет, все отлично. Пока что такие проверки проходят каждое лето, но планируется проводить эту работу круглый год, чтобы качественно проверить деятельность подразделений полиции во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. С начала этого года мероприятия охватили 40% от общего количества городов.